дорогие друзья, мы отправляемся на Святую гору Кармель на таких же оранжевых шариках фуникулерных. Очень удобно. Всего за 21 шекель в одну сторону и за 29 шекелей в две стороны это стоит. Один раз стоит попробовать, наверное, все-таки. Я думаю, да, стоит попробовать разочек. Вот машинки. Машинки. Хорошие машинки. Под нами вот видите, стрелочки всякие. Контрсвет, конечно, не очень видно. Сейчас мы закроем его. За гору, когда заедем, и все нормально будет. У нас там гостит, интересно, в этом месте. А вот проезжают, смотрите, навстречу нам такие же. Вот Хайфа. А кто там у нас, сейчас посмотрим. Нас тут не видно ни хрена. Видишь, в чем дело? Солнышко светит. Нас видно, а его не видно. Но мы сейчас сверху его посмотрим. Солнышко за гору не зашло, плохо, как она захерачивает. На самом деле здесь ничего не видно с этих фуникулеров. Вот прям в ресторанчик мы приезжаем. Сейчас мы вот сюда вот проберемся. Стараемся. Какие-то ребята, так мусор никто и не убрал. Ну ладно, мы приехали вроде бы. Будем открывать двери. Вон он там насобирал целую кучу мусора. Никому это не нужно. Ну ничего, ничего. Когда-нибудь, наверное, потребуется. Открывает двери. Ой, хватит все ребята тут. Да, смог тут написано. Очень весело. Это ресторан. Такой хитрый. Он внизу есть и вверху. Вот такие дела вообще. Ребята. Не буду говорить, что спешит. Попрекать, потому что смысла нет в этом никакого, уже закончил проект.